Всем привет! В этом ролике мы вместе с вами будем проверять бьюти лайфхаки различные нелепые, я бы даже сказала про некоторые тупые идеи, которые я нашла на просторах интернета. Так что погнали скорее все пробовать! Чем сейчас только не пытаются наносить тональный крем? Недавно увидела, как девушка наносит крем воздушным шариком. Способ, конечно, тупой, но я все-таки решила попробовать. Для начала его нужно надуть, можно, кстати, было надуть чуть меньше, у меня он получился слишком большой. Внешне он чем-то похож на бьюти блендер, но по ощущениям просто небо и земля. В принципе, шарик размазывает крем, но слой на коже получается, как мне показалось, слишком плотный. И распределяется он довольно долго, так что я бы не стала пользоваться таким методом и вам не советую. Инстаграм просто пестрит видеосоветами, как можно просто и легко нарисовать себе стрелки ниткой. Ну, посмотрим. На нитке при помощи подводки нужно отметить небольшой отрезок. Я решила сделать большие вульгарные стрелки, так что закрасила побольше. Дальше от внешнего уголка глаза я как бы прислоняю ее, и остается черный отпечаток. По сути, этот способ помогает только сделать более ровный хвостик у стрелки и, наверное, подойдет тем, у кого постоянно они получаются разные. А в остальном нужно все равно их дорисовывать своими силами, так что мне кажется, что слишком много здесь заморочек. Недавно на одном американском сайте я прочитала, что якобы глазные капли могут избавить на время от синевы под глазами. Небольшое количество нужно нанести на половинку ватного диска и приложить под глазки. Якобы активные ингредиенты сужают кровеносные сосуды, и, соответственно, синевы станет заметно меньше. Итак, пришло время убирать ватный диск. Супер результата я не заметила, но чуть-чуть синева все-таки рассосалась. Эффект этот временный. И к тому же капли очень сушат кожу под глазами, так что этот способ я никому не советую. Очень давно я хотела попробовать эту прическу из бублика. Для начала канцелярскими резинками нужно перетянуть наш бублик с трех сторон, чтобы он хоть немного был похож на сердечко. Ну, дальше все как обычно. Делаю на волосах высокий хвостик. Закрепляю резинкой. И теперь наш супер бублик. Перекидываю на него волосы, распределяю, чтобы не было никаких проплешин, и снова закрепляю резинкой. Боковые пряди мы обматываем вокруг и закрепляем невидимкой. И наша прическа готова, мне кажется, что-то получилось похожее на сердечко, так что очень интересная идея и советую вам тоже попробовать. А следующий способ для тех, кто хочет научиться красиво оформлять брови. Насчет красиво я, конечно, не обещаю, но попробуем. Сначала белым скотчем нужно обклеить бровь, тем самым создать нужную форму. В принципе, делается это все довольно быстро. А дальше уже можно заполнять любыми средствами для бровей. Я решила взять тени. Итак, бровь я заполнила, теперь пришло время отрывать скотч. Хотя подправлять ее все-таки придется, потому что форма получилась не идеальная, так что я бы вряд ли, наверное, пользовалась таким лайфхаком. А что вы думаете насчет такого способа? Для следующей идеи понадобится женская прокладка. Этот бьюти лайфхак я увидела уже давно на Инстаграм и не могла оставить без внимания. По краям нужно отрезать по одной части и приклеить под глаза. Якобы они должны защищать кожу, когда осыпаются тени. Тени я взяла довольно сыпучие, наношу плотным слоем и сразу вижу, что действительно этот лайфхак работает. На коже ничего не осталось. Наверное, всем уже известны такие тинты для губ, которые после их нанесения нужно отрывать, и получаются яркие сочные губы. И чтобы не тратиться, в интернете куча видео о том, как его можно сделать своими руками. Давайте попробуем.
Понадобится всего лишь два ингредиента, это клей ПВА и пищевой краситель. Мне удалось найти только лишь оранжевый оттенок. Смешивая между собой эти два ингредиента, получается довольно насыщенный апельсиновый оттенок. Ну что ж, попробуем нанести на губы. У настоящего тинта текстура должна быть густая и вязкая, у меня получилось почему-то какой-то жидкой. Но будем надеяться, что все получится. Теперь нужно подождать, когда наш тинт застынет, и начинаем отрывать. Если честно, я даже не думала, что он будет отходить пленочкой от губ, но вроде бы все получается. Вот такие вот у меня теперь оранжевые губы, прям как этот шарик. Большое всем спасибо за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и вы поддержите меня пальчиками вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить интересные видео. Всем пока!